сделал очередную поделку себе для пленэра. У меня вообще их очень много, всяких разных изобретений, поделок, коробок, планшетов, треножников, этюдников. Все это у меня рационализировано и подогнано под мои потребности. Я хочу этим с вами поделиться. Вот и в дальнейшем буду делать такие советы. А сегодня я вот покажу такую коробочку. Вчера сделал, пока еще не успел запачкать. Я хочу про нее рассказать. Это не что иное, как моя коробка для акварели. В основном для пленэра. Хотя и дома, собственно, можно использовать. И в то же время палитра. Вот эта коробочка. Сделана она из пластика, который, по-моему, называется ПХВ. Я его беру в рекламном агентстве. На него клеят всякие разные баннеры и так далее. Он бывает разной толщины, очень удобный. Обрезки мне даже отдают бесплатно, хотя и недорогой. Он бывает 3 мм, 5 мм и, по-моему, сантиметра толщиной. Все три они у меня в ходу. Я из них делаю себе разные поделки. Он легко клеится, режется элементарно ножом. Это даже девочки могут сделать по линейке. И клеится клеем Космофен CA12. Ну, я думаю, даже может клеиться и клеем, любым клеем для пластмассы, и, наверное, дихлоретаном тоже. Вот. Нарезать не составляет труда, а сама система из себя представляет следующее. Это коробка двойная. Причем, так сказать, с двойным дном, да? Причем она может у меня носиться и вот в таком тонком варианте, да? И в более плотном, полном варианте, вот в таком. Причем с регулируемой высотой, для того, чтобы сюда можно было что-то положить. Те же самые кисточки, да? Карандаши. Скрепляю это всегда всякого рода резинками. Вот таким вот образом, по диагонали. Это и для бумаги, и для коробок очень удобно. Такая коробка легко входит в стандартную сумку. И вообще, все свои принадлежности я подгоняю под стандартные размеры. А4, А3, А2. Вот. Собственно, вот папка. Стандартная офисная папка, из которой я себе сделал папку для рисования. Здесь у меня бумага. Кисточки, для которых я сделал резинку. Решил. Это тушь, кстати говоря. Ну, это у меня так называемый каллиграфический набор. Вот. А для акварели я себе сделал вот такую палитру. Вот она, коробочка. Вот видите, три ряда из 30 цветов. Что мы имеем? Мы имеем отделение для тюбиков, моих стандартных любимых цветов. Я об этом расскажу позже. Которые здесь же можно и переносить. Ну а когда работать, то это можно выложить. А вот эти кюветы наполнить соответствующими красками из тюбиков. В основном я работаю красками из тюбиков акварельными. Но для каких-то это для деталей я все-таки использую и эти. Они у меня как бы запасные. Выдавив сюда краску, я соответственного цвета. Я здесь могу получить раствор этой краски. Собственно, для чего вот эта длина мне нужна? Она не для переноски тюбиков, хотя это тоже удобно. Она мне нужна для того, чтобы полноценно можно было набирать отсюда краску флейца. Причем практически все цвета.
Здесь краска не просто выдавленная, но и может быть водный раствор. Вот в чем дело. Соответствующего цвета. Это очень удобно. Вот эти стандартные палитры коробки меня не устраивали тем, что, во-первых, здесь все плавает в одного цвета. Во-вторых, маленькие кюветки. Я часто работаю и широким флейцем, и губкой. И мне этого размера недостаточно. И уж совсем недостаточно размера кюветочного наших обычных стандартных коробочек. Вот этих вот. Я их всяко разное рационализировал, но потом решил не тратить время и все-таки сделать самому свою по своему размеру. Причем у меня их два варианта. Это вот большой вариант. И есть еще вариант уменьшенный. Вот в такую длину, который складывается таким образом. Это, как вы видите, у меня раскладывается в А3 формат. Если надо будет работать, то вот это вот... Которое, кстати говоря, тоже можно носить без... Если кисточки отдельно, то вот так, да? Вот, собственно, так можно держать эту палитру. И работать, соответственно. Дальше. Здесь не просто кюветы, они тоже герметичные. Они для воды. Сюда наливается вода. И тогда у меня есть отдельный сосуд для воды. Скажем так, грязный сосуд. А это для чистой воды соответствующего цвета. Она рано или поздно будет у меня окрашиваться, эта вода. Таким образом, мы имеем сухую краску, полусухую и жидкую. Или сухую, жидкую и раствор воды соответствующего цвета. Вот какая задумка. В дальнейшем я покажу это в работе, а сейчас я просто пытался показать, пока все это у меня в чистом виде. И коли я уже показываю вам свои палитры, то расскажу о моей системе раскладки кювет. Я вообще сильно не заморачиваюсь вопросом красок, названий. Кто-то очень много этому уделяет внимания. Я достаточно спокойно отношусь к разного рода фирмам. Сейчас не буду говорить о фирмах, у меня не рекламная кампания. Сейчас скажу о том, что я сразу выбрасываю все краски, вот подобные этой вот охре, да, глинистые. Те, которые не акварель, по сути дела, глина, разведенная водой. И оставляю все прозрачные цвета. Теперь, как я их раскладываю, это отдельный разговор. Много всяких разных есть систем. Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны, у меня это не так. Ну, то есть, как бы раньше мы раскладывали краски по вот этой вот схемке, красный, оранжевый, же желает же знать, зеленый, где сидят фазаны, голубой, фиолетовый, и так обычно эти цвета и раскладываются. Но меня это не устраивает, потому что в этой присказке народной отсутствует коричневый цвет. Вы обратили внимание? Вообще, если о колористике говорить, это отдельный длинный разговор. Я вам открою секрет, наверное, что в радуге-то не 7 цветов, а 6. Потому что голубой и синий – это один цвет. Поэтому их 6, и основных-то цветов 3. И рецепторы у человека, который воспринимает это все, тоже 3, как известно. Это красный, желтый и синий, условно говоря. Почему я так располагаю краски? Мне так удобнее, потому что, перетекая из одной в другой, они не пачкаются противоположными цветами. И здесь есть у меня место для коричневого цвета. Если вот в этой системе классической колористики нету коричневого цвета, я всегда задаю вопрос, а коричневый где? Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны, где коричневый цвет, да? Лишние, видите ли, там голубой с синим сделали 2 цвета, хотя это один цвет, да? А коричневый куда-то выкинули. Ну, есть этот ответ на этот вопрос. Я не буду сегодня эти загадки вам разгадывать. Подумайте сами, куда делся коричневый цвет в радуге. Но то, что он в жизни существует и вообще может быть чуть ли не один из самых красивых и интересных цветов, да,
который, между прочим, может соединять и зеленый, и желтый, и красный, и переходить в фиолетовый. Вот такой вот коричневый цвет. А я его, выделяю отдельное место. Вот поэтому у меня особая система расположения красок. Красные, сюда ближе к краю у меня светлые ряд, потом средний ряд, потом темный ряд. Поэтому здесь красный, здесь краплак и заканчивается фиолетовым. Потом, смотрите, фиолетовый плавно и красный и синий, соединяясь, они дают фиолетовый, то есть красный с синим, они не противоречат друг другу. Синий переходит в зеленый легко переходит в желтый, а желтый через оранжевый переходит в коричневый. Коричневый, в свою очередь, замыкается хорошо с красным. Да? Таким образом, можно эту ленту двигать как угодно. Если вам нравится, например, вы можете красный посредине расположить. Здесь получится коричневый, здесь получится желтый, здесь получится синий, а здесь получится зеленый. Но весь смысл вот этого расположения в перетекании одного цвета в другой. То есть здесь они у меня расположены по светлости, по тону, а так по цвету. То есть я могу, как на пианино, пробежать по пассажам, по клавишам, вот таким вот образом, да? И все равно не произойдет грязи, да? Вот таким вот образом получится красно-синий, то есть фиолетовый. Если так, то это будет фиолетовый с красным оттенком. Если я проведу вот так, то это будет фиолетовый с синим преобладанием, да? Синий с зеленым тоже легко переходит. Желтый легко переходит в зеленый. Оранжевый-желтый легко переходит в коричневый. И точно так же по свету. И все это переходит, соответственно, в водный раствор. Синие, голубые, зеленые, желтые, оранжевые, коричневые, красные, фиолетовые. Вот такое маленькое изобретение, которое я вам рекомендую. В дальнейшем я еще много расскажу вам всяких разных своих открытий и секретов. А сегодня вот мы сейчас это все сложим назад. И в минимальном варианте это выглядит вот так. Да? И закрываем, и кладем в любую папку, в любую сумку. Вплоть до вот такой офисной папки. Либо делаем. Ну, сейчас это наспех. В дальнейшем, как я говорил, я сделаю здесь резиночки, и у меня кисточки не будут болтаться по этой коробке. И еще я забыл сказать. Вот здесь сделан специальный бортик. Обратите внимание. Это бортик. А этот бортик мне нужен для того, чтобы, если я буду рисовать на А4 формате, то сюда легко укладывается бумага. Эти бортики играют роль ограничителя для ношения бумаги, то есть папки. Вот таким образом это все или что еще лучше, вот таким вот в удобную коробку с полным набором красок.